Посодействовать в сносе самостроя, помочь оформить документы и решить земельный спор. С такими просьбами обратились жители города к секретарю Краснодарского местного отделения «Единой России» во время личного приема. Всего на встречу к Евгению Первышеву записались 6 человек. Ни один вопрос не остался без внимания. Подробности в нашем материале. Людмила Мурашова живет в 23-м доме на улице имени Чайковского и вместе с соседями мечтает о тепле. Для этого собственники оборудовали котельную, провели к зданию сети газоснабжения, но вот подключить газ им не удается. Евгений Первышов сказал, что здесь самое важное, чтобы оборудование соответствовало всем нормативам. Если это так, оформление документов постараются ускорить. А вот вопрос Виолетты Соловьевой уже решается. Женщина живет на улице Сормовской в доме 208/1. И не так давно у нее появилось неприятное соседство. Застройщик многоквартирника самовольно возвел дополнительный этаж к примыкающему офисному зданию и перекрыл окна ее квартиры. Я видел, я же отреагировал, когда появилась эта информация, ну, я ее увидел в средствах массовой информации. Я же и дал команду немедленно подготовиться. Ну, то есть фотография сделана, да. По-моему, была с вашего балкона, вот эта вот конструкция, которая там... Так что этот вопрос на личном контроле Евгения Первышева. Иск о сносе конструкции в арбитражном суде. Все, что не в рамках разрешения на строительство, ну, я уверен, что мы добьемся сноса. Всего на личный прием записались 6 человек. Каждому из них окажут содействие в решении вопросов. Напомню, что как секретарь Краснодарского местного отделения партии Евгений Первышов встречается с горожанами каждый месяц в 14 часов по адресу улица Красноармейская, 53. Предварительная запись ведется по телефону, который вы сейчас видите на экране. Анастасия Федотова, Алексей Попов и Юлия Дейнега, телекомпания «Краснодар».